Ви помітили, що пафосних ресторанів і дешевих фастфудів стає все менше. Натомість відкриваються заклади середні за цінами, з простою, але дуже смачною їжею. Вони називаються «fast casual». Це справжній тренд в усьому світі. Ця мода дійшла і до України. Отже, сьогодні ми візьмемо трьох представників подібних закладів і відправимо їх у гості одне до одного. А потім за їхніми і моїми оцінками визначимо переможця. Починаємо! Сьогодні за титул найкращого змагатимуться заклади в торгівельних центрах столиці. Демократичний пивний ресторан «Френкс», оригінальний бургер-бар «Стар Бургер», по-домашньому затишне «Самоє добре кафе». У перший день змагань гостей приймає ресторан «Френкс». Губить людей не пиво, губить людей їда. Неякісна. Сподіваюся, що це не пропивний клуб. Па-па-па-па-па-па, Френкс! Сьогодні на цей заклад чекає ретельна та прискіплива перевірка. І я щиро бажаю Френксу із честю її пройти. Адже йому довіряють мешканці великого спального району. Здравствуйте все! Я Дима, арт-директор ресторана «Фрэнкс», а это наша команда. Именно здесь собраны все знаменитости по имени Фрэнк, от музыки до спорта, от Синатры до Рибери. Поверьте, у нас по-звездному вкусно. Ждем вас! Дмитро Стасюк, 43 роки. Перші кроки в ресторанній сфері робив у закладах Чернігова. Згодом професійний досвід і кар'єрні амбіції привели Дмитра до столиці. Вже третій рік він старанно опікується гостями закладу та його зірковим наповненням. Першою на зустрічі з Френками прибула Вікторія Рейнікова, власниця «Самого доброго кафе». Сложно знайти адрес, тому що дома дуже так натикані. «Френкс» і «Чілі піца». Я не можу зрозуміти, я йду в «Френкс» бір-гріль, або я йду в «Чілі піца». Ассоциацій не було ніяких, тільки вопросительний знак. День добрый, здравствуйте. Добрый день. Меня Дима зовут. Вика. Очень приятно. Взаимно. У меня сложилось впечатление на первый взгляд, что это серьезная женщина. И серьезный соперник, який дуже рішуче налаштований перемогти. Традиционно встречают гостей хлебом с солью. Мы решили немножко это сделать по-другому и хотели бы вас угостить нашими пирогами. Пироги я не люблю, я их не ем, потому что я девочка. Але цього разу доведеться. Хоча б для того, аби розкритикувати конкурента. Вкус неплохой, но просто это не мой продукт. Тесто было плохое, оно было слипшееся, оно было твердое и недопеченное. Подивимось, з якого тіста зліплений другий конкурент Дмитра. Франкс Бір Гріль. Главное, чтобы под машину не попасть. Такое движение сумасшедшее. Сейчас меня задавят, елки-палки. Це Геннадій Медведєв, один з найвідоміших київських рестораторів і власник бургер-бару «Стар Бургер». Коли я підходив до заведення, у мене два рази чуть не збила машина. Здравствуйте. Я Гена. Меня Дима зовут. Очень приятно. Вика. Когда я узнала, что один из моих конкурентов – это Гена Медведев, владелец «Стар Бургера», я отправила смс-ку на работу, что нам пипец. Поява відомого ресторатора стала повною несподіванкою для його суперників. Дмитро помітно нервується. Як оцінить вибагливий конкурент частування від закладу? Це ріс? Не знав, що пироги можна з рисом робити. Так, один із них овочний, второй з куриним м'ясом. Я не особо приверженец пирогов, вот, особенно когда в них есть странные ингредиенты. Рис – это плов, это суши, это что угодно, жареный рис, пареный рис, но пирог – это не рис. Мы надеемся, что положительные эмоции при первом знакомстве мы вызвали. Встретили, чем попало. Хотіли краще, а вийшло, як завжди. Хлібом сіллю зустрічали не для того, щоб нагодувати людину. Хліб символізував собою багатство, якого бажали людині, а сіль відганяла на чисту силу. А Діма просто зіпсував апетит своїм гостям. От такі пироги. Перш ніж сідати за стіл, конкуренти вирішують прогулятися закладом, аби оцінити його концепцію. Ну що, як тебе?
Ну, не мой стилек, ну, очень наляписто и очень как-то, я не знаю, кто дизайнер. Тотальная безвкусица. Не заморачивались люди. Что такое Фрэнк? Что ты думаешь? Наверное, может, директор кто-то зовут. Фрэнкс – это сборная, солянка, коллектив, тусовка всех известных Фрэнков, ныне живущих и бывших на планете Земля. Смотри, видишь, это все Фрэнки. Все, Фрэнк, я Запа, увидела, да, сразу просто так какой-то. Все наляписто, что оно, ну, непонятно. Пока мы не увидели эти картинки и не поняли, что это Фрэнки, название Фрэнк не вязалось никак. Бар рок-н-ролл и детская комната. Ну, мамы, папы пьют, дети гуляют. Вообще не стирают. О, фу, не стирают. Вонючая? Вонючая. Да. Я мама, и как никто другой, я понимаю, что детская комната должна быть стерильной. В этой детской комнате мягкие игрушки, большая, пахла пылью, ее, наверное, никто никогда не стирал. А маленькие игрушки пахли стиральным порошком, но они пахли синтетическим стиральным порошком. Взагалі, в дитячих садках на законодавчому рівні вимагають не те, щоб прати, а дезінфікувати м'які іграшки під бактерицидними лампами. От цікаво, хтось виконує ці норми в таких ігрових кімнатах. Гена, лови. Так, это комната для Гены. Такую детскую комнату я бы своего ребенка ни за что не отдал бы. Взгляд со стороны, он может быть не всегда объективным. Але саме він вирішує долю учасників найкращого ресторану. І зараз Вікторії та Геннадію треба поглянути збоку на роботу офіціанта, щоб максимально об'єктивно оцінити рівень сервісу у Френкс. Добрый день, меня зовут Анжелика, сегодня буду вашим официантом. Здравствуйте, Анжелика, меня зовут Гена, я сегодня ваш гость. Официант была девочка приятная, она улыбалась, она поздоровалась, представилась. Она подала меню мне первой в открытом виде, то есть я на это обратила внимание. Ну, мне меню, как и все остальное, здесь очень пестрое. То есть я такой сторонник минимализма. Если честно, я растерялась вообще, что выбирать. Хотите суши – суши, хотите пиццу – пицца. А что вам еще, сплясать, пожалуйста, и спеть – не вопрос. Как можно сварить и рис, и сделать пиццу, и сделать шашлык? Это просто невозможно. Это все обо всем и ни о чем одновременно. При таком количестве, при таком ассортименте вкусно здесь быть не может. Что ты будешь делать? Смачно чи ні, гості зможуть з'ясувати, замовивши по одній страві з меню закладу. Наполеон. Очень вкусный шоколадный торт. Я буду Наполеон. И... Наполеон – это, наверное, одно из тех блюд, по которому можно вообще определить уровень повара и уровень кухни. Хтось тут назвався дівчинкою і не їв пироги. Звісно, на здоров'я, але так мені згадалося. Хорошо, а я буду... Бургер, потому что последнее время занимаюсь созданием... Спец по бургерам. Да, лучших бургеров в мире. Гена, как никто, хорошо разбирается в бургерах, так же, как и я хорошо разбираюсь в Наполеонах. Окей. Здесь нету ни лука, ни хлеба, это бургер-бургер. Лук тоже не, есть. Я имею в виду в мясе. Нет, нету? В мясе нет. То есть это 100% говядина? Да. Салат? Лист салата, помидор, крем-стилок. А какой салат вы используете? Просто лист салата. Ни лаваросы, ни лавабента, лист салата. А какой? Бостон, айсберг? Пекинская капуста? Бостон. Бостон, хорошо. Ну, айсберг было бы лучше. Я начал задавать слегка каверзные вопросы, но она достаточно уверенно на них отвечала, не запиналась, что достаточно редко встречается, и, ну, это большой плюс. А чи витримають натиск суперників кухарі закладу? Просто зараз Вікторія і Геннадій вирушають на перевірку кухні. А это рыба и овощи, и готовые салаты. В холодильниках полное смешение и рыба, и мясо, и соусы, и овощи. Десерт. А тут еще сало и десерты. О, это мой Наполеон, да, мне, наверное. Не было стикеров, поэтому неизвестно, когда сделали заготовку. Может быть, она со вчера, может быть, позавчера. Десерты – это все-таки первое, на чем можно отравиться. По хранению особо не заморачивайтесь. И ложки. Ну, ложки мы сегодня работаем, извините. Ну, я не могу. Нет, они должны выбрасывать каждый раз их с ведерка. Это разруха, которую аккуратно вытирают тряпочкой. У нашего шефа на кухне порядок. Всегда.
Ну, порядок – це поняття, як то кажуть, растяжиме. Є певні санітарні вимоги до ресторанів, і згідно із ними не можуть на одній полиці стояти овочі, м'ясо, фрукти, десерти. Не може ложка бути в банці із їжею, не можуть зберігатися заготовки без маркування. Все це – порушення закону. Витяжка. Ой. Ну, это мангальное помещение. Ну, да. Хотел бы посмотреть. А зачем фен? У вас тут парикмахерская? Раздуваю. Ну, я бы хотел посмотреть, как будете делать вот. Но есть специальный вот таким фен. Образом. Есть специальный. Я просто боюсь. Вообще, это, конечно. Давайте. Тут, наверное, есть душ где-то. Ой, не надо, там, наверное, сажа. Це я брюнеткой стану. Вітер з фену дув, наганяв біду на Френкс. Ну, правда, на кухні ресторану має використовуватися промисловий фен. І все це, в першу чергу, заради безпеки самих кухарів. Домашній фен професійно роздмухав запал Вікторії та Геннадія. На кухні Френкс стає дедалі гарячіше. А чому ви спеції використовуєте в таких мілких пакетиках? Це, ну, це просто, блін. Дешевые специи – это просто пыль, и они эту пыль добавляют в маринады и соуса. Это даже не специи, это труха. Шеф-повар ресторана «Фрэнс», по моему мнению, не профессионал. Возможно, он хороший, добрый человек, но, к сожалению, ему не хватает профессионализма для того, чтобы правильно организовать работу кухни. Останній шанс для шеф-кухаря реабілітуватися в очах гостей – це дегустація. Пожалуйста, ваш Наполеон. Так. О, наконец-то, полтора часа сидели, ничего не несли. Мокрый хлеб, мокрые крошки. Очень сложно было понять, из чего сделана эта крошка, потому что она была такая мелкая, что вкуса ее не было. Вот, верх сухой. Я бы делала или полностью сухим его, или полностью пропитывать, но как-то мне не пошло. Есть классический рецепт старинный, вот это не он. Наполеон Наполеоном не оказался. Он был приготовлен из тех ингредиентов, из которых Наполеон, в принципе, не готовит. Я себе даже представления не имела, что он может быть со взбитыми сливками, я их не ем. Насправді, єдиного класичного рецепту Наполеону немає. Хтось думає, що його придумав сам Наполеон, хтось думає, що рецепт вигадали на честь перемоги над Наполеоном, хтось думає, що торт придумали в Неаполі. В справжньому європейському Наполеоні тісто має бути листковим, а от начинка і крем можуть бути абсолютно різними. І, до речі, збиті вершки теж можуть увійти в класичний рецепт Наполеону. А чи сподобається знавцю бургерів Геннадію його страва? Ну, булка обична магазин. Геннадій розібрав на запчасті наш бургер. Катастрофа. Салат, звісно, він все, такой не должен бути. М'ясо гаряче кладеться на булку, а салат зверху. Зверху. А це важливо? Лист салата, который является украшением и должен освежать вкус бургера, он был, в принципе, сваренным. Это говорит о том, что либо на него положили горячую котлету и потом разогревали, либо, ну, это было абсолютно небрежно и выглядело очень неаппетитно. Сюда явно что-то домешали, но это 100% не чистое мясо, однозначно. Но я получил не телятину, не классическую, это был микс мяса с непонятным соусом. Одно из самых популярных блюд в городе, и сделано оно очень, ну, недостойно, мягко говоря, недостойно. Такое. Буква «Г». Я сделала вывод о том, точнее убедилась в очередной раз, что шеф-повар не является профессионалом. Конечно, да. Мне было неприятно. Дмитрий выслушал нашу критику. Я надеюсь, что она пошла ему на пользу. Чего булки расслаблять? Пусть скажет своим учредителям, хватит кормить людей. Кухня ресторану «Френкс» зазнала повного фіаско. Чи не спіткає така ж сама доля і рахунок? Так, на счет. ₹301. Вопрос, як можна зробити достойне качество за такі гроші. Здесь я почувствовала, что меня обманывают, то есть я не поняла, почему так дешево. Это ширпотребное заведение, которое призвано удовлетворять потребности прийти, выпить, закусить, посидеть, что-то кинуть, заморить червячка.
враження конкурентів від закладу не надто приємні. А якими будуть оцінки? Зараз Вікторія і Геннадій мають поставити Френкс бали від 1 до 10 за 4 критеріями: концепт, сервіс, кухня і чистота. Чистота. На кухне, в принципе, при таком объеме меню и при такой маленьком помещении чистоту поддерживать невозможно. Поэтому я ставлю 4 балла. Если остановиться на кухне ресторана, то оценка крайне негативна. Стараться угодить всем – это означает не получить результата ни в каком из направлений. Моя оценка – 2. Вот, так и пишем – все плохо. Господарем другого дня шоу «Найкращий ресторан» стане «Старбургер». Мені от особисто цікаво. «Старбургер» означає, що я відчуватиму себе зіркою, жуючи тутешні бургери? Чи це така собі нова футерапія від невпевненості в собі? Чи, може, тут такі зіркові бургери, що мені має бути просто лячно торкатися своїми грішними руками? Та ні, нормально. Другий день. Розставить ці крапки над «і» та визначить, наскільки ж зірочок тягне «Старбургер». Відкрив заклад один з найвідоміших київських рестораторів – Геннадій Медведєв. Він співвласник відомої у столиці мережі ресторанів та автор кількох найпопулярніших закладів Києва. Успішного ресторанного досвіду в цього динозавра гастроіндустрії. Хоч греблю гати. Привіт, мене звати Гена Медведєв, і сьогодні я представляю вам свій новий проект «Старбургер». Це храм бургерів. Ми зібрали тут кращі рецепти бургерів з усього світу, і ви можете їх тут спробувати. Практично кожен в місті знає наш слоган. Я – твій бургер навсегда. Вообще, на самом деле, я планировал открыть проект «Стар Суши», вот, но суши уже поднадоели, они уже стали обыденностью, и мы решили взбодрить рынок. И я тут же переименовал это в «Старбургер». Это моя страсть, это уличная еда в исполнении люкс. Учора Геннадій безжалісно розкритикував заклад Дмитра. І сьогодні на «Старбургер» чекає помста. Hello, друзья. Привет. Добрый день. Добро пожаловать. Привет. Доброе утро. Привет. Привет, угощайтесь. Это не хлеб, соль, это наши фирменные чипсы. Я думала, нас тут сразу с прохода бургерами накормят. Бургеры будут позже. Специально утром не завтракала. Бургеры будут позже, если захотите. Но я, в принципе, не люблю чипсы. Гена встреча не заморочился. Я думала, что, может быть, будет что-то такое эдакое. Но оказалось все просто и банально. В якості апетайзера чіпси – не найкращий варіант. Занадто жирно, занадто калорійно, та ще й не голодний шлунок. Бррр. Так, а ця зелена штука – це що? Це наш фірменний йо-йо. А, це такі штучки, які в переходах продають? Ну, ні, це достатньо качественна штучка. Видимо, наверное, діла в ресторані так плохі, що стали продавати йо-йо. Так це чи ні, покаже другий день шоу. За його правилами, учасники переходять за стіл, аби зробити замовлення. Меню розробляв Айзі Корео, це знаменитий бренд-шеф. Корео. Корео. Корея. Корея. Я читав о шеф-поварі Айзеке, к сожалению, інформація о ньому була небольшая. Я думаю, що Айзек Корея – це очередная фішка типу йо-йо, для того, щоб поганяти понти. Айзек Корея – дійсно відомий шеф-кухар із Нью-Йорка. В Москві відкрив ресторани американської кухні, спеціалізується на капкейках, чизкейках, бургерах, відкриває ресторани сімейного типу. А не пошкодувати грошей і часу на от такого спеціаліста заслуговує на повагу. Здравствуйте, меня зовут Ирина, сегодня я буду о вас заботиться. Привет, Ирина. Від того, наскільки добре Ірина піклуватиметься про гостей, залежить кількість балів, які вони виставлять за сервіс. А от я хочу бургер, но я сейчас лето, я не ем мучного, не ем жирного. Что вы можете предложить для таких дам, как я? Для вас специально мы можем сделать, точнее, мы это делаем для всех, голый бургер.
То есть мы берем наш бургер, просто его раздеваем и делаем вместо булочки листья салата. Официант, которая нас обслуживала, была достаточно вежливая. Она знала, что отвечать. А соуса, какие они на майонезе? Да. А можно ли заменить соуса? Можно, можно даже просто убрать, если хотите, можно заменить. А есть соуса не на майонезе? Есть барбекю соус, он не на майонезе. Ну и все, все остальные будут на майонезе. Крайне редко официанты обладают такими знаниями меню. Мне интересно, вот этот вот трио мини-бургеров, как раз да, можно будет попробовать все? Все три вида, да. Там очень, очень удобно, честно. Индейка. Мне как, тоже да. Можем сделать голые, если вы хотите. Не-не, пусть будут булочки. Раз уж Гена вчера так гонял понты своим бургером, думаю, дай-ка я попробую все-таки самые крутые бургеры в Киеве, потому что у меня тоже у меня есть бургеры. И думаю, насколько же все-таки дела плохи у меня. Я хочу настоящий американский чизкейк. В вашем варианте. В нашем варианте. Я хорошо разбираюсь в чизкейках, потому что я их люблю. Потому что я пробовал чизкейки в различных ресторанах, в разных городах. Замовлення зроблено. І поки кухарі викладаються на повну, щоб догодити вибагливим гостям, Вікторія та Геннадій можуть підгледіти за ними на кухні. Це морозильна камера. Так. Ага, ого, такая хорошая морозильная. Средняя стоимость такой морозильной встроенной камеры от 80 тысяч гривен была 2 года назад. Я думаю, сейчас в районе 150 тысяч гривен. Кухня, в принципе, идеальная. Вот это не самоуверенность, это просто понимание того, что у тебя все в порядке. Ну и самоуверенность тоже. Тим часом Дмитро старанно шукає недоліки. Адже учора конкуренти не добирали слів, критикуючи кухню його закладу. Нарезанная картошка на чипсы используется? Да, это чипсы, вот те, которые мы ели. А когда нарезали вы ее? Не знаю. У картошки тоже есть срок годности. Надо понимать, сколько открытый пакет может вылежать в морозильной камере. Ему хотелось найти как можно больше плохого для того, чтобы отомстить за вчерашний день. Котлета. Не котлета, а бургер. Котлета – это с хлебом и с луком. Бургер. Хорошо. Ну, для меня это котлета. Ну, котлета. Так, это котлеты, не замороженные. Ну, котлеты, простите, это бургеры. Чистые гастроемкости, чистые холодильники. Я здесь бы ела. На металлической таре, в которой находились уже готовые заготовки, котлеты под бургеры, на некоторых я не обнаружил стикеров. Так, все, надо это. Парализовали кухню, идемте. Но любому хозяину заведения не хочется, чтобы разбирали на запчасти то, що відбувається у нього на кухні. Після ретельної перевірки кухні гості повертаються за стіл скуштувати плоди праці кухарів. Я понимала, что это мини-сет, но я не ожидала, что они будут такими малепусенькими. Ну, я бы сказал, что они были идеальные. Ну, какое все симпатичное, сексуальное. Так грибы, настоящий пармезан. Ага. Со с первого укуса, если ты любишь бургеры, ты наш. С первого и останнего, зважаючи на размер этого бургера. Булочка картофельная. Какое-то послевкусие горькое. Сливочное масло, да, когда на гриле жарят булка, сливочное масло само по себе может дать горчинку, если чуть-чуть перестояло больше. Да, да, ну оно прям чувствуется, что горчит. У каждого человека вкусовые рецепторы работают по-своему, и кто-то поджаренный хлеб на сливочном масле может воспринять как горчинка, кто-то как кислинка. Булочка была не такая вкусная, как они говорили, булку я не съела. Мясо розовое. А заказы можем сделать well done. По умолчанию у нас готовится medium, как это должно быть. Я бы попросила доготовить официанта, потому что мне бы показалось оно сырым, и я бы ребенка этим не кормила. Мясо не смешанное ни с жиром, ни с луком, ни со специями, но мясо было сырое. Я не вспомню, чтобы у нас официант спросил, какая прожарка у вашей котлеты должна быть. В этом мини-бургере я смотрю, листик салата на нижнем уровне снизу лежит. А мне вчера профессионалы сказали, что он должен быть сверху.
как-то невдобненько вышло. Вчера нам сделали замечание, что наш лист салата лежал под котлетой, и он был в полуобморочном состоянии. Салат, конечно, он все, такой не должен быть. Мясо горячее кладется на булку, а салат сверху. Сверху. Сегодня в его бургере оказалась та же самая история, и лист салата был положен под горячее мясо. Заклади різні, граблі ті самі. А підступним виявився той листок салату. Так, я пробую тепер свій заказ. Я просив чизкейк. Мені принесли в баночці. Uncooked чизкейк. От єдиний рецепт чизкейка, який не випікається. Десерт. Вроде бы американский, с крышечкой, на которой были написаны итальянские слова, сделанный по собственной рецептуре. Сверху фруктовый крем. Это, скорее всего, клубника взбитая. Да, взбитая клубника, да. Ниже крема второй слой. И печенька. Печенька в десерте чизкейк, причем в перемолотом виде. Но тогда я вообще не понимаю, почему он называется чизкейк. Відповідь дам я. Основа будь-якого чизкейка робиться із пісочного печива, яке перетворюється на таку крихту. Тоді перемішується із розтопленим вершковим маслом і запікається. Ось і все. Чо ти кривишся? Чуть-чуть кисловатый. У меня такое ощущение сложилось. Сам соус. Вкус был довольно резкий. Такой для меня немножко приторный. Чизкейк должен быть тортиком с сыром Филадельфия. Если это десерт, который называется чизкейк, то опять-таки, почему наш десерт в ресторане Фрэнкс мы не можем назвать Наполеон? Ну а рахунок, як не називай, суть та сама. Рахуйте гроші, панове. Сет 149 гривен. Ого, вот эти вот три булочки 150 гривен почти, ничего себе. Это дорого. Так, стар чизкейк 60 гривен, в принципе, это нормальная цена для чизкейка. Если бы я съел настоящий чизкейк, мне было бы этих денег не жалко. Но, в принципе, мне показались цены завышенными. Другий день битви за звання найкращого ресторану позаду. І зараз конкуренти мають оцінити стар-бургер за чотирма критеріями. Концепт, сервіс, кухня и чистота. Достаточно завышенные цены, я бы сказала. При этом две котлеты в сете, которые я заказала, были недожаренными. Поэтому по кухне я ставлю только 6 баллов. Думаю, что нужно немного поработать над технологией. За сервис, за обслуживание я ставлю 5 баллов, и это персонально официант. Останній день змагання за титул «Найкращий ресторан» гостей приймає дуже незвичайний заклад. Саме добре кафе побудували за 14 днів та всього лише за 2 тисячі доларів. Якщо ви любите місця з історією, то саме добре кафе – одне з них. Це реальний приклад простої української дівчини, яка без бюджетів та спонсорів відкрила цілий ресторан. А що з цього вийшло, покаже третій день. Привіт, я Віка, создатель самого доброго кафе. На цьому прикладі ви можете побачити, як мечта воплощається в житті. Наша місія – кожен день зробити хоча б одного чоловіка добрее. У кожної команди є свій девіз. У нас це правило 3С. Стабільність. Спокійствие. Стресоустойчивость. Я придумала проект «Открой кафе своей мечты». Я разместила информацию на Фейсбуке, через 3 дня мой телефон просто порвали. Вот, было 34 участника, и они заплатили за обучение, как открывать кафе. А я на их деньги смогла восстановить свой бизнес и кафе своей мечты. Звичайно, такі ідеї на рівному місці не народжуються. У ресторанному бізнесі Вікторія Рейнікова вже понад 10 років. Починала з позиції офіціантки в нічному клубі «Запоріжжя», а незабаром вже відкривала ресторани в столиці. На рахунку Вікторії запуск 10 закладів. Чи вдасться дівчині зібрати в кулак досвід, сили та професіоналізм і здолати таки конкурентів-чоловіків? Розв'язка вже зовсім близько.
привет. Привет, Лена. Привет, Дима. Привет, добрый день. Ну что, рада приветствовать вас в своем творении, которое мы, да, слепили из того, что было. Мы его построили сами, с ребятами, с барменами, с менеджерами, официантами. Мы его просто сделали своими руками из того, что сносили люди. Там матрас принесла наша участница, там джинсы купили на секонд-хенде, березы там нам нарубал один лесник. И когда я видела, как ребята строят все это, как они последние свои деньги вытаскивают из кармана для того, чтобы купить последнюю банку краски, чтобы покрасить пол, я поняла, что со мной работает самая добрая команда, и название родилось само собой. Для меня название этого кафе, самое доброе кафе, тавтология, не запоминающаяся однозначно. Самое доброе кафе, это стильно, это четко. С точки зрения бизнеса, это неудачное решение. Зібрати інтер'єр з міста Пониці – мило. А чи не так само Віка збирала кухню для свого закладу? Дочекайтеся і все побачите. Это десерт наше изобретение с чернилами каракатицы. Да ладно? Да, все деньги от продажи этого десерта мы жертвуем на благотворительность, на лечение деток. Заниматься благотворительностью нужно втихаря. Пойди тихонько, дай людям денег, сколько можешь. И там тебе поставят плюс, вот там. Называется самый злой торт, потому что черный. В корне неправильно. Нельзя называть то, что человек должен купить, и деньги от кого, от чего должны пойти на благотворительность, злым словом, а тем более злом. Ну, як сміливо, навіть готувати в поганому настрої – це просто неприпустимо, начебто від того їжа гірше засвоюється. Ну, а назвати торт найзлішим мені просто в горло не пішло. А видно, що займалась дівчинка. Не, ну, класно. Стиль трэш, да, с уклоном на Прованс. Одноразовая посуда – это тесьма, нарезанная ножницами, одноразовые ложки. Но у меня большой вопрос, как это убирать. Как достать до потолка? По большому счету, никак. Пылесборник. Снеданки. Снеданок 1+1. И Савелий Липкин, Арзуманян, Лидия Таран – известные личности все. Но меня там почему-то нету. Недоработочка. Это недоработка. Надо срочно переиздать. Уважаемый 1+1, нам очень хочется попасть в эту книгу. Хлопці, ви з цієї миті вже відомі на всю країну. Тому у вас є всі шанси потрапити, якщо не в цю книгу, то в наступну. Сенечкин такой же гастроэнтузиаст, как и я. И мы поставили в меню его завтраки, в наше меню. Сенечкин, 10% з тебя. Вікторія, а де мої 10% за ідею сніданків, а? От ми і зійшлися на нуль. Колего, ми квіти. Як вам перше впечатлення? Поділіться, дуже цікаво. Я хотіла показати те, що для того, щоб відкрити кафе, бюджет не потрібен. Коли у тебе є гроші, то кожен дурак може побудувати крутое кафе. Молодець, от це я розумію підхід. Так і треба. Із пулі сліпити. Гена офигел, потому что его тупо разводят на деньги. Ну а зараз конкуренти Вікторії мають вибрати по одній страві з меню закладу, щоб оцінити якість кухні у самом добром кафе. Пожалуйста, можете ознакомиться с нашим меню. Добрый день. Добрый день. Меня Дима зовут. Прошу прощения, Валерий. Первое, что должно быть, официант подходит, он представляется как минимум. Немного растерялся, он нервничал, переживал, потому что бабушка будет смотреть его по телевизору. Ну, на четвертом формате, сложенном пополам. Не, это тоже идея была в том, чтобы соответствовать. Да, это хорошо. Это просто потому, что это бюджетно. Ребята, меню я даже не знаю. Ну, блин. Я люблю простоту, мне это нравится. Ну вообще тогда я тупо ничего не понимаю в ресторанах. Визитки печатают на бумаге намного плотнее, для того, чтобы не стыдно было дать ее в руки. Ну, здається, у Дімы просто розрив шаблонів. В Україні, як і в усьому світі, відкриваються антикризові кафе. Там все стримано просто і дешево. А в Будапешті вже багато років діє легендарний бар «Зімпла», де меблі із блошинного ринку і смітника. Ну, тому в такому підході не має бути нічого шокуючого для справжнього знавця ресторанного ринку. А не заказати ли мені утиную грудинку с ягодным конфитюром? Вы можете это сделать? Прекрасный выбор.
Это одно из моих любимых блюд, в принципе. Я очень часто заказываю утку в разных странах мира и, в общем-то, коллекционирую вкусы утки в разных заведениях. Я, наверное, закажу смажені курині крильця з соусом барбекю та картоплею фрі. Звісно. Наверное, у них куриные крылья пользуются огромной популярностью. И, наверное, он решил посмотреть, какие они могут быть у меня. А я буду, наверное, наш Наполеон. Десерт Наполеон. Он вилкой здесь и ножом здесь под ребрами. Авторский Наполеон. Почему он авторский? Авторская идет как подача, так и ингредиенты. Наш Наполеон был нехорош. Хорошо, я пришел сюда посмотреть, как надо сделать настоящий десерт Наполеон. А найкраще це покажуть на кухні закладу. Саме час завітати туди на екскурсію. Проходіть. Здравствуйте. Здрасте. Кухня дуже маленька, да, і нагадує такий маленький сарайчик. Ну все було перед ними, і вони не знали, куди залізти, тому що от воно все видно. Моечка одна, да? Ну, двойна. Да, да, одна двойна мойка. От зараз покупаємо ще одну сюди. А фритюра ну, нету, да? Є, от така. А, є така. Фритюра, да, маленька, да. У меня нет бюджета сделать классное оснащение кухни, как, например, у Гены. Я считаю, что без профессионального оборудования шансы на успех заведения отсутствуют в принципе. А здесь что? Здесь у нас сыпучие. Очень, кстати, классно. Мне нравится. Я называю это кухня настоящего гастроэнтузиаста. Смело, но очень непрофессионально. За те 5 миллионов, которые он предлагает на инвестиции в новый проект, я ему открою 10 кафе. Та спочатку б хоч із цим розібратися. В руках Вікторії навіть лук проростає без води, це похвально. Гена сьогодні сипав мене компліментами, вони, звісно, були в його стилі, колки, але при цьому мене це совершенно не задівало, а радувало. Молочний коктейль, мілкшейк є у вас? Так. Да. Зробіть нам клубничний мілкшейк. Скоріше всього, вони хотіли перевірити бармена, ну, або подивитися, який у мене блендер з воєнного производства. Можна поставити? Это какой-то, напоминает, это предмет из секс-шопа. Мой из дома. Никак не миксер. Ну, ему виднее, наверное, как выглядят предметы в секс-шопе. Что, никогда не видели вибратор? У меня целая коллекция дома вибраторов. Гена, так візьми собі блендер на память. Це ж самое доброе кафе. Тобі не відмовлять. Так, спасибо. То есть там мороженое, молоко, а что еще? Все, классический чай. А мороженое было? Я не видел мороженое. Вот, стой. Милкшейк. Наверное, пожалели мороженого. Спасибо. Нам пора. Пожалуйста. Пойдем харчи пробовать. На кухне сегодня мне было неинтересно. Нечего подчеркнуть, не за что упрекнуть. Уточка. Так мало, я уже хотел, я думал, такая грудинка будет. Порция, которую мне дали, скорее для дюймовочки по зернышку в день. Чтобы сделать хорошую достойную порцию, она бы стоила очень дорого, за 100 гривен. Утка классная. А как вы просто жарите на сковородке и все? Да. И корочку даже придумали. Тоже на сковородке. Ну, вы даете. А соус? Из чего? Вообще, ягодный соус я не особо люблю, этот клюквенный, этот мне нравится. Ну, на таком оборудовании, в таких условиях. Ну, супер, молодцы, браво. Было очень достойно и очень неожиданно. Можно я у тебя одну курочку украду? Я такой голодный. Не только можно, но и нужно. Да, я попробуй. Сейчас тебя обязательно угощу. Лапти-бы-ди-бы-ди-бай, та-да-да, лапти-бы-ди-бы. Вообще курицу люблю, как мясо. Я думаю, что я не оплошала, и крылья на сковородке были ничем не хуже, чем у них на мангале. Это была обычная еда. Я хотел удивиться. Прикончив свою микроутку, я прикончил крылья Дмитрия, которые ему, может быть, не очень понравились. Ну а зараз кульминация битвы Наполеонів.
Чи вразить десерт Вікторії ображеного Діму? Я увидел наконец-то, как Виктория представляет себе десерт Наполеон, как он должен выглядеть. Да, да. Ну, он должен выглядеть, естественно, классическим образом, но рецепт здесь классика. Именно сколько, чего, какого грамма и из каких продуктов он должен готовиться, это я разрабатывала сама очень долго и нудно, пока добилась вот такого вкуса этого крема. Десерт Наполеон. Хорошо. У нас тоже десерт Наполеон. У Геннадия десерт чизкейк. Усі квити. Хоча ні. Ще залишився рахунок за обід. Так, общий счет у нас сьогодні на троїх 350 гривен. Ціна ресторану «Середній плюс». Вечерю завершено. Настав час оцінити саме добре кафе. Конкуренти виставляють бали від 1 до 10 за 4 критеріями. Концепт, сервіс, кухня і чистота. За кухню я ставлю 4. Понимаю, что под заказ можно сделать неплохо, но на потоке, как коммерческое предприятие, это сделать будет невозможно. Концепт. На меня произвело немножко угнетающее впечатление. 1001 мелочь, которая меня придавила. Это, ну, как для меня, шкатулка со сказками. Моя оценка – 1 балл. Третій день змагань за звання найкращого ресторану добіг кінця. То який з трьох абсолютно різних закладів був найкращим? Кому з рестораторів вдалося обійти суперників? Відповіді на ці запитання знає неупереджений Руслан Сєнічкін. Добрий день, панове. Добрий день. Ради вас вітати. Нарешті ми зустрілися в одному місті. Вікторія, Дмитро, Геннадію. У мене тут у скрині є оцінки, ваші оцінки одне одному, про які ви навіть не здогадуєтеся. Отже, перший день пригощав пивний клуб «Френкс». І, Дімо, треба сказати, що суперники поставили вашому закладу настільки контрастні оцінки, що навіть я не знаю, що казати. Вікторія, за сервіс ви поставили «Френксу» 10. Увага, Дмитре. А за кухню – 1. Невже кухня в 10 разів гірша, аніж обслуговування? Ну, как мне показалось, что кухня была чересчур перенасыщена ассортиментом полуфабрикатов, которые сложно хранить, сложно содержать в качественных условиях. Поэтому, ну, скажем так, я была немного кухней не удовлетворена. Горчина. До речі, Геннадію, а от ви пишете, що сервіс все добре, окей, а ставите 6. Чому так мало і за що? Для меня есть понятие стандарта, и вот в ресторане стандарт должен быть во всем присутствовать. Я видел такой фристайл, неплохой фристайл, то есть когда официант как может, так и делает, это неплохо. Но просто для меня 10 – это 10-10. Другим був Старбургер, і тут мене ще більше здивували ваші оцінки, чесно кажучи. Діма, ви пишете, що в залі на кухні чисто, і ставите 6. В любом ресторане не может быть очень чисто. Идеально на кухне не может быть никогда, потому что на кухне может быть чисто на 8 или на 10 баллов, если на ней ничего не делают. А это есть рабочий процесс. Зрозуміло. Віко, ось ви поставили 5 балів за концепт Старбургеру і написали, що маючи інвестиції, можна було б придумати і покруче. Де ви так накрутилися-покрутилися, що знаєте, що таке крутизна? Да. Мне кажется, что сейчас в ресторанном рынке очень перенасыщено все вот такими какими-то банальными элементами декора и дизайна. И с возможностями Гены можно было бы сделать что-то невероятно крутое. То есть, ну, я бы постаралась точно. Гена. Она просто это... Гена, инвестируй в мой проект. Она просто ревнует. Третій день. Найдобріше кафе в світі існує, і воно саме у місті Києві. Саме добре кафе. Вікторія. Тут все до смішного, можна сказати. Гена в графі «Кухня» пише «Вкусне» і ставить 4. А що для вас смачно і дуже смачно тоді? Мало було тобі. Да, була дуже маленька порція, і на цій кухні масово такий продукт приготувати не можна. Там зробити 20-30 порцій. Тобто це був ексклюзивчик для нас. Дмитре. Ваша найвища оцінка самому доброму кафе була за чистоту. Аж 3 бали.
мои оценки, соответственно, и мои комментарии были основаны чисто на моем ощущении. Я просто не являюсь поклонником такого стиля и такой концепции. Тому за концепт вы поставили единицу? Да, да. Ну, мне просто это не мое, оно мне не нравится. И в данном случае мнение было мое субъективно. Суддя найкращого ресторану має 10 балів, які може повністю чи частково віддати будь-якому учаснику шоу. То кому ж вони дістануться? Із 10 балів я хотів би поставити 5 балів. Не 10, а 5 балів Геннадію, тому що не все було, скажімо так, в різних сенсах чисто. А менше з тим, за певний азарт, якого не вистачає в цьому бізнесі, все-таки він має бути. За ентузіазм. Так от, 5 балів вам. Але вони нічого не вирішують, Геннадію. А тепер довгоочікувана мить. Просто зараз ми дізнаємося ім'я переможця. Отже, ресторан «Френкс» отримує від своїх конкурентів у сумі 34 бали. Дякую за оцінки. Саме добре кафе. $26. І ресторан «Старбургер» Геннадій – 15. Вам без моїх 5 балів конкуренти поставили 52 бали. І загалом 57. Давайте привітаємо вас. І ця нагорода від нашої програми, від телеканалу «1+1» дає вам право називати свій заклад найкращим рестораном. Будь ласка. Планети? Можна і планети. Спасибо. Поздравляємо. З Русланом Сенечкиным. Я 10% не должен. Отже, титул найкращого ресторану отримує оригінальний бургер-бар «Старбургер». Я горжусь этим Оскар, этим призом от Руслана Сенечкина. Не зря энтузиазм мой и моей команды вперед аж из ушей. Та-дам! Второе место, которое мы заняли в этом проекте, оно тоже премиальное и есть к чему стремиться. Я не расстроен. 100%. Я стремлюсь к идеалу, и когда-нибудь я думаю, что я стану таким же экспертом, как Геннадий. У меня появится возможность организовать идеальную кухню в своем проекте. Я еще и на разработку приглашу Гену. 10% и Гене всем вообще 10%. Вау! Сенечкин мой кумир. Я повешу это на входе в «Старбургер». Древні римляни їли не сидячи, бо вважали це дурним тоном, а напівлежачи на дивані. Тому, милі жінки, якщо ваш чоловік приговорив миску борщу на канапі, перед телевізором не сваріть його. Можливо, в ньому бурлить шалена кров античних патрицій. Це був найкращий ресторан. Зустрінемось на 1+1.